Волонтерский штаб Одинцовского округа подводит итоги 2020 года. С самого первого дня пандемии коронавируса к работе по оказанию помощи жителям подключились более 250 активистов. Общественники, депутаты окружной фракции «Единой России», сторонники партии, молодогвардейцы, предприниматели, сотрудники территориальных управлений и многие другие. За 9 месяцев пандемии волонтеры сделали более 120 тысяч звонков с предложениями о помощи. Ни одна из просьб не осталась без внимания. Без вашей поддержки мы бы так эффективно не справились бы с задачей, которую перед нами ставил президент, губернатор, и не прошли бы весенний, первый, самый сложный этап пандемии, так как мы его прошли с наименьшими потерями, с наименьшей госпитализацией и без тяжелых последствий для экономики. В период первой волны волонтеры оперативно доставляли продуктовые наборы от губернатора Московской области и главы Одинцовского округа. Весной они передали жителям 3277 коробок. Для представителей старшего поколения 876 наборов продуктов и 465 комплектов защитных средств. Многодетным семьям муниципалитета волонтеры доставили 687 продуктовых наборов и 151 комплект средств индивидуальной защиты. Еще 726 продуктовых корзин было передано малообеспеченным семьям муниципалитета. Также адресная помощь оказывалась медицинским работникам на карантине и семьям с маленькими детьми. Осенью волонтерский центр «Единой России» возобновил свою работу. По результатам обзвона жители, волонтеры успешно отработали все 280 заявок. Хочу сказать огромное спасибо нашим волонтерам, которые работают на территории Одинцовского округа повсеместно. Это и молодая гвардия, и молодежный парламент. Ребята очень активные, с такой очень хорошей, правильной жизненной позиции. Они везде впереди и нам также помогают. Огромную поддержку оказывает волонтерский штаб медицинским учреждениям Одинцовской областной больницы, Звенигородской поликлиники, Ершовской амбулатории, женской консультации. Доставка питьевой воды, средств индивидуальной защиты, подарочных наборов в преддверии праздников – эта работа ведется постоянно. Врачи, медперсонал – это люди, которые ежедневно осуществляют подвиг. Это люди, на которых сейчас держатся все наши, можно сказать, все надежды и опора нашего общества вот в период распространения коронавируса. Врачи на передовой, и мы приехали их поздравить с наступающим Новым годом, передали подарки, это партийная акция «Единая Россия». Волонтерский центр Одинцовского округа продолжает свою работу по оказанию помощи всем, кто в ней нуждается. Связаться с ним можно в будние дни по телефону, указанному на экране. Мария Шматкова, Жанна Набок, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».